В Мариуполе у Главного управления национальной полиции состоялась акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Такие мероприятия прошли одновременно во многих городах Украины. Причиной стало убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком двумя сотрудниками полиции. Коли хлопчика ще підстрелили, поліція одразу показала, що вони починають вмикати кругову поруку, починають відмазувати своїх. Вони навіть не було сказано, що там розберемося. Одразу там це було там пристрілювалось чи щось. Дополнительным раздражителем стало то, что убившие по неосторожности ребенка полицейские были уволены после переаттестации, но восстановились через суд. Выяснилось то, что из стрелявших двое были бывшие беркутовец и даишник. И интересно просто вопрос, как они попали, проходила аттестация, как они попали в лавы новой полиции. Активисты, собравшиеся за один день через соцсети, утверждают, реформа полиции, которую так обещали на Евромайдане, так и не была проведена. Изменения произошли разве что в патрульной полиции, однако это лишь малая часть. К сожалению, это тотальное разочарование. Он только закрепил ту существующую систему старую, законсервировал. Внутри самой системы не произошло ничего. Мы видим те же лица, мы не видим какого-либо наказания для тех людей, которые должны нести ответственность. В лучшем случае их просто тихонечко переводят в другой город и потом постепенно возвращают назад. Спустя 20 минут после начала акции к протестующим вышел глава полиции области. Его сразу засыпали самыми разными вопросами. Вспомнили и о недавней истории с мариупольскими активистами, протестующими против подорожания проезда. Тогда местная полиция завела на них админпротоколы, хотя суд позже признал, протоколы были составлены незаконно. Однако большинство претензий касалось качественных изменений в полиции, которых пока активисты не видят. А те люди, которые в 2014 году не выполнили свои обязанности, они до сих пор служат в Донецкой полиции, в Мариупольской полиции, которые с георгиевскими стрічками были. Эти люди нам будут стрелять в спину в небо, если... Найближчому ситуація повториться, не дай Боже. Ну, давайте відбір до національної поліції, він здійснюється відповідно до нових вимог, тих вимог, які вимагає суспільство. Створений рекрутинговий центр, конкурс прозорий, зрозуміло. У нас є такі випадки, що люди намагаються поновитися по 3, по 4, по 5 разів.